может, не я, а то, что я уже побрила. Что-что? Уже красивый побрили уже. Ну что, так наоборот, ну вот, ну вам, так, это мы, вам препараты тоже еще. Все новое, да? Все новое. Ну, попробуй этот попкорн, можем еще? Ой, господи! Тут для них таких, как я. Сказали, что вы, по идее, должны знать его. Специфическое лекарство. Да? То есть не надо было вроде не нет, не, ну взяли, то взяли. Сам, я же буду смотреть, кому нужно будет, а кому не нужно. А люди, понимаете, в чем вопрос состоит? Я просто даже это не объясню не на камеру, а люди, которые уезжают, все равно почему-то с них требуют и паспорта, и бешенства, и все остальное. Я удивлен, хоть они выбежали, даже был паспорт, они выбежали здесь, говорили, так, с помещения. А все равно требуется. Людей не проблема вообще. Да. Но опять же, если перейдем на вакцину, все равно смысл привозить ее исход. Даже исход на приезжает. Плюс 2, плюс 8. Я вам покажу, у меня работает. Работает? Да, там УПС распределитель. Не успел сработать. Начали до войны оперировать этот вес там молодой. Это не знаю, кто там. То есть даже если мы привезем, смысла нет. Кого? Нет, у меня есть смысл, только ее надо есть в холоде смысл привозить. Да, там ну, так мы, может, какой-то вот надо, получается, нам какой-то мини-холодильничек для того, чтобы привезти вакцину. Вот проблема в том, что нет, негде приобрести вакцину. Негде, да? Не, у нас есть где. Ну, я же то говорю. Есть мы теперь сейчас, а если, есть, например, задача, да, приобрести в Донецке вакцину и в холодильнике ее привезти вам. У вас есть возможность ее хранить. Да, я пойду. Вот, пошлите. Есть вопрос, есть задача, нужно решить. Да, проблему. О, вот генератор есть. Вот генератор, просто распределитель у меня, я не буду лишний раз открывать. Вот в основном, видите, не пища. Вот, поняли? Угу, вакцина. Угу. То есть люди, когда... Ну, я долго держать не давайте, буду. Давайте закрывайте. Да, потому что он разряжается. Тяжело. Да. И вот мне, например, вакцина больше нужна, вот. Набиваковская. Набивак, понятно. Да, но она... Нет, она копируется когда за границу. Угу. Понимаете, ну, то есть, как это, да. Границу, я понимаю. Угу. А потому что другие вакцины, они не проходят. А антитела. Знание паспорта у вас есть, да? Антитела. Не, и паспорта нужны. И паспорта нужны. Да, потому что паспорта у меня есть. Кстати, у меня паспорта, те, что я печатал в Донецке, которые мне нужны были 10 лет, сейчас использую. Украинские, да, потому что они же блестящие все. Угу. И у меня их уже своровали, только зачем мне там. А вот эти даже не тронули. А я их 10 лет назад сам разрабатывал, печатал в Донецке. Ну, получается, нужны а сейчас, ну, да. А сейчас они нужны, потому что людям ставить куда-то ж надо, вакцинацию. Все, теперь вопрос. Вакцине что? Все, приняли. Я учился в Курской сельхозакадемии. Я в России учился.